Да, это меня от тебя дисконнектило. Ну, сейчас надо так поднять, что пошли не так. Так, а что это есть? А, вот, блин. Ты можешь, в принципе, ну, не знаю, ты где-то далеко? Я... А, нет, далеко. А рядом. Че я могу? Не, ничего, ничего. Ко мне сюда. Че это было? Не знаю. Ты че, мина, что ли, какая-то? Так, нам вот туда. Вот нам надо по тому берегу пройти, там просто... Да, будет проход. Другом не получится. Так. Броненосные. Боек. Это летучие мыши какие-то. Сцилла. Блин, где у нас была Сцилла? Сцилла? Да, Сцилла. Такое ощущение, что когда... Слово знакомое. Плохой герой... Ой, это, господи. Короче, плохой персонаж из какого-то диснеевского мультика. Антагонист. Сцилла. Блин, что-то я даже... Ладно, загуглить. Это я загуглю прямо сейчас. Что-то мне аж... Пресцилла, может? Что же знакомое? Гугл говорит. Прикинь, ничего. Вбей Присцилла. Присцилла — это из Ведьмака. Вот, да. Но она нормальная, она, ну, пела. Ой, что-то меня и помогла. Сейчас. Да я встану. Нет, лежи. Да я встану. Блин, опять этот глазный серая эта пелена в этой Локи. Я как-то вот ты пока про нее не сказал, я про нее не вспомнил даже. Как будто на старом телевизоре играешь, на котором трубка села. Я тут даже денежки от патронов я там отличить не могу. Тут же вроде был режим для дальтоников. А чем он отличается? На, ничем, там только цвет интерфейса вроде или чё, или там чего-то, короче, другой. Ну, я когда ставила, в батле был для дальтоников. Или не батле, не помню. Короче, там другие цвета. Ой, тут толпень такая. Нифига не запинали моего. Ой, где-то. Сзади. Только вот ты бы его убил, но не замечательно. Блин, этот чувак. Так, тут сдать задание можно, кстати. Одно. Нифига себе, кто это так? Смотри, у него Эридий насажен на палку.
Я встану. А нет, уже не встану. Блин. Ну нормально. Я встану. Я его убил. Я добила. Дай, я же. Так, сейчас я его. Да, я вот этого я уже точно не убью. Блин, ты тоже. Да, я тоже. Здесь недалеко. Погоди. Да. Сейчас я доживу, я вспомнила. Ссыла откуда. Сейчас. Я что-то сейчас просто... Ну, хотела... загуглить, и там вообще ничего нет. Это какая-то, типа, из каких-то мифологий, бла-бла-бла. Я хотела открыть картинки. Открыла, там даже ни хрена нет. И до меня... Это вообще дошло, я вспомнила. Короче, ссыла. Ты играл? Кузю. А что? Короче, была такая хрень, по телеку, позвоните Кузе. А, да, было. Вот, и там была главная это, короче, ну, злодейка Сылла, которая, ну, захватила его семью, его там детей, его жену. Не, настолько Кузю... В клетке держала. Настолько Кузю я не помню, если честно. Я просто чуть ли не каждую серию смотрела, я была очень фанатела от этого Кузи в детстве. Я... Вот, да, теперь. Вот. Давай сюда ко мне. Сейчас. Бабайка. Вот, да, точно. Сейчас я, блин. Это что-то знакомое. Вот я вроде бы как образ помню, пример. У меня что же игра была? Уже попозже. Так, не, я звонил, да, я просто смотрела. Ну так-то я тоже смотрел, но, по-моему, на плойку первую, что ли, было позвонить Кузе. На диске. Хьюга. Хьюга, да. Кузя босс. Угу, Хьюга босс, мне духи подарили недавно. Ужас, немский просто, блин. О, я всегда когда вижу, как Юга, блин. Думаю, блин, я снова перевесил. Ты на мне померла. Чтобы не... А ты двигаться не мог? Да убей ты его. Ой. Где ты еще? Вот. Сзади, за тебя. Вообще-то сдать. Вроде. Это, наверное, наверху, да? Сдать прям надо. Я что-то... Ну, да. Да, походу. Ну, блин. А мы, по-моему, наверху уже были. Или нет? Да, мы, по-моему, да, мы здесь были, мы здесь это, железяку. Ну, нам надо сдать квест. Да. С врагами. Но он ничего за это не дал. Нам дал еще кучу квестов за это. Давай ракеты сделаем. Давай.
короче, 12 FPS. Так, сейчас нет, тут я выполнил БДС, 200 раз тебя поднял. И мне скин какой-то дали. Так, надо теперь придумать, как туда пробраться. Можно через справа пойти. Нам надо обратно. Почасовать. Вот так. Да, ну, пойдем. Я думаю, здесь мы где-нибудь пропрыгнем в какую-нибудь дырочку. Ну, да. Я могу... Нет, не могу. Ты уже сиганул туда? Конечно. Сейчас я, может, там тачку сделаю. Только что-то тачкомат найти. А, он наверху, что ли? Да. Угу. Да. Я вижу руку там. А, лови меня, лови! Нет, не поймал. Я тебя не видел, я же выше, вверх не могу поднимать. Что нам туда, походу? Да, туда. Что это за хрень? Привет. Не понял, кто это на меня. Сейчас я тебя спасу. Нет. Да, сейчас. Папа, лежи. Угу. Немножко. Я боюсь сюда подходить. Ну, у меня все закончится. Успел. Смывайся. Не закончится, я контролирую. А, блин. Подожди, чё? А, чё? Не, не буду. Да, не буду. Я тут. Ага. Блин, как меня бесит вот этот, блин. Чё? Да, наушник сдвигать, чтобы что-то слышать, потом мне ещё поправить. Да. Играть через колонки? Да, конечно. Не, чтоб тебя весь дом слышал. А что такого? Мы с тобой на нормальную тему разговариваем. Да нет, как-то мы все через наушники лучше. Да и комки на остальные.
что нам надо? Украсть ракету вообще нам надо. Да, но только этих все равно в любом случае сначала убить надо. Почему? Потому что не мешает, убивает. Логика. Я пойду все-таки попробую украсть ее. Ну, пока попробую. Вопрос только. А где? А вот. Все, я украла. Можно идти обратно. Это было не шибко-то сложно. Изи каточка. Поместить ракету. Ладно, потом помещать ракету. А, как вообще, брат? Тени. Да, 100 пудов. Тина. Хотя. Наверх, походу. Mm-hmm. Не там слез, подожди. Mm-hmm. Там, да, там наверх. Mm. Через верх, что ли? Mm-hmm. Хотя... Вот тут тоже. Нет, вот здесь, да. Ну, сейчас правильно даже подъехал. Воу-воу. Таких нам не надо же, по-моему, да, не надо. Что здесь? А. Охренеть. Чуть ли не ваншотит. Так. Сталкер в нее порох и выстрелили. Раканат. Блин, что ты дохренища? Бабайка. Будь добр. Какие-то они злобные. Так, где ты там? А, вот этот раканат летает. Да. Сбегу к тебе. Если не сдохну. Так, нужно пополниться. Там неубиваемый. Все. Захват тоже нельзя. Да твою ж. Пас. Угу. А, где ты там? Блин, внизу. Здесь нет. Блин, так это знала. Сейчас бегу. Я успею. Да я даже убью, наверное, канат. Мелкого убить надо, не мелкий бывает. Они хилятся? Да, причем так очень так нормально хилятся. Я бы. А, все, наконец-то.
Все, наконец-то. Кто там? Я не знаю, какие-то от него шмятки нас добили. А, добили, почти. Смотри, течет, течет. Че, к железе? Все равно к тачке надо. Правда, можно было пешком дойти. Ну ладно. Приехали, вылезай. А, да? А. Простите. Ой, смотри, фонарики. Блин, вот я хочу на такой лодке покататься. В китайчике или во вьетнамчик какой-нибудь. Не знаю, мы в Питере с папой на похожие катались. Но я имел именно на такой. Ну, именно на такой не катались. Ну, похоже, немножко как без фонариков, так а поменьше, раз в 10. Вот. У нас там сидел, наверное, человек, не знаю, 7. И мы плыли. Так, нам смотреть типа сюда. А, найти следы существа. Что-то нужно на земле найти, мне кажется. А, если он по потолку ползает, то... Существо... Как, помнишь скрыть следы? По типу того же квеста. Я не могу найти ни одну. Кто-нибудь видишь? А-а-а. Видишь такой большой цветочек. Что-то я не вижу. Это не может быть, наверное. Я там вроде пробегал, но не увидел ничего. Так, ну-ка, а что там в самом хвосте так говорится? Почти, вслух. Железяк обнаружил Скага, который пометил всю его рощу. Он хочет, чтобы вы избавили Пандору от этого злобного источника мочи. Короче, это такое же желтое пятно, помнишь, которое мы находили? Я не вижу ничего. Хотя здесь так все желтое. Мне нужен ультрафиолет. Ну, может, ночующий. Короче, я не знаю, где это. А он там что? Блин, тоже ни хрена не вижу. Странно. Помнишь, мы мимо тех пятен тоже что-то долго ходили, а потом они внезапно появились?
Да, помню. Потому что я точно помню, вот в том месте, где ты нашла, я там этого не видел. Так, а если попробовать другой квест взять, например? Ладно, давай другой квест сделаем. А может, подожди, может быть. Любовь, все кажется каким-то простым и легким. Может быть, это под нами? Там просто видишь? А может быть и над нами? Ну, над нами нет, но под нами вероятнее, потому что видишь? Я, блин, я не знаю, как туда попасть. Я тут не могу туда пройти. Это, короче, обходить. С другой стороны, видишь, водопад. Скорее всего, там. Да, туда не пройти не могу. Ну-ка. Тогда может это вот обойти вокруг надо, видишь? Ну, если только обойти вокруг. Ну, повод. Не тот ли квест, где как раз следы найти и надо? Может, мы его не доделали? Нет. Другая. Пойдем в другой лог тогда. У нас есть след. Он еще и крутится. Запасной ДНК, это, конечно, сильно. Выследить существо, это, короче, просто вниз прыгнуть, и оно появится, да, я так понимаю? А вон розовый барак, который нам нужен.
Нифига себе, травилка так нехилая. У нас зашлакованная спора. Мы сделали спору. Ура. Максимально. Очень быстро хилятся. Какой грибок, прям мараинт. Блин, классно так. Красиво. Их даже три здесь таких два. Много. Еще вон есть. Ой, спора издает такой жуткий. Бедный колдун. Разорался. Поджегся который. Угу. Блин, ничего себе он хилится. А, все. Он просто уровень обойдет. Че? Я поехал, там остался комп и... Ну, в принципе, все. За остальными вещами, наверное, заеду либо завтра, либо может на выходные. Но комп, наверное, за завтра не увезу полностью. Роутер... Вместе со столом ты имею в виду. Угу. А роутер сегодня здесь еще оставил, да? Хорошо. А, это же сосед съезжает. Да. Чё, грустненько без него будет тебе? Да. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну, не знаю, мне бы грустненько было, если бы от меня там подруга уезжала. А, блин, вспомнила.
Мне кажется, она чует. Сейчас, погоди. Алло? Ну, мне примерно так же получается, мне тут пока я там дождусь. Так, ну как ты сядешь, да? Ну, ты мне, короче, позвони. Как ты мне, да, позвони, как только, ну, там увидишь на горизонте, там, поедем. А вот я тогда тоже, да. Так, чё там взяться? Ещё, да? А, ну отлично. Вот, отлично. Это, короче, после нашего колледжа. А, ну все. Да, напротив Шанхая, да? А, так. Да, капкан. Там тебя чуть-чуть убил, я не увидел. Я тут. А, чё? Говорю, там тебя чуть-чуть убил, я не увидел. Да, я видела, когда меня избивали. И не могу ничего сделать. Это мне тяжело было на это смотреть. А я такой, думаю, где-то там, ну, спряталась, наверное. Смотрю, у тебя уже к концу полоска подходит. Да, я отошла и смотрю, меня избивают, и, короче, я чуть-чуть назад отошла и посмотрела в лицо этому персонажу. Надо уже это сворачивать. Я успокоила его. Больше не понял. You are not pass. Нам? Вообще. Назад. Мы туда пошли. Углубились сильно в убиение. А мы все равно сейчас его не успеем, наверное, убить. Сейчас посмотрим. Куда? Ну, попробуем здесь сейчас пройти. Ой, что это такое? Супер зашло. Скальд. Скальд. Ой, нифига себе. Это... Как это так? Ладно, сейчас аристократа. Не нагибайся. А. Это ты меня, да, понял? Да. Заражённый. Аристократ. А, вот, смотри, сюда как раз, да. О, а нам альбиноса надо убить. Отлично, альбинос вылез. Прям вовремя. Маленький. А, не, нам не надо, мы и так всех убили альбиноса. О, блин, чё. Так, ты туда вниз упала? Угу, и... Просто здесь нет, эти скальпы уже мелкие появилось много, сейчас я. Все, бегу к тебе. Ну,
Бить капельницу. Капельница. А, смотри, писать. Фу, мерзкое существо. Вижу животных. Скорее, шубу сделать себе. О, я так сегодня на работе шубу себе выбирала. Я думала, из енота или из кролика. Что, купить себе хочешь? Да, хочу себе шубку. Не, реально. Реально хочу себе шубу. Я не из Гринпис, так что мне с этим делом проще. Ну да, бедные животные, что поделать, но шуба. Ну, чтобы они там не просто так как бы их убили, да, поэтому я куплю эту шубку, да? От того, что я не куплю шубку, как бы. Да, они не восстанут из мертвых. Да, так хоть не зря померло. Ой, блин. Ой, я так всегда угораю, когда загоняются эти гринписы. А если еще гринпис и вегетарианец? Хотя, мне кажется, таких большинство. Не, ну, с одной стороны, как бы правильно, с другой стороны... Ну, тоже реально жалко этих животных. Ну, блин, что я поделаю? Мне тоже холодно зимой в Мурманске, минус 30, а енот меня согревает. Из ракеты сделать. Я так в капюшон насую, это будет груд. Так, куда нам? Так, короче, мы сделали задание, можно выходить. Сейчас все равно мне уже тоже выходить. Через 5-10. Выходим. Да, я не знаю, я не знаю, до скольки мы, наверное, часов до. Ну, часов до 10, наверное, пока вернусь до. Я, может, пока роутер понастраиваю. Ну что, завтра просто свой подключить и все. О, блин, ты упал. А меня... Ну ладно.